Реально вайп завтра? Конечно, завтра. 3 часа дня. Сегодня такой звонит. Мне такой с утра Буйнов звонит. Завтра, говорит, сделаем вайп. И говорит, капу не делай квесты, если что. Я говорю, да я не делал. Он такой, ну отлично. Завтра, говорит, 3 часа вайп сделаем. Он шутит про звонок или серьезно? Конечно, серьезно. Какие тут шутки, бля. Буйнов и шутки — это вообще несовместимые вещи. У нас как бы вообще максимально серьезный стрим. Всякие эти вот всякие шуточки, хуюточки, вот эти вот. Смехуюлечки, это вообще не канает. У нас максимально все серьезно. Все сказали вайб завтра, значит вайб завтра, все. Киркоров не звонил, не, на этой неделе нет еще. Что, поехали? Общаги? Да, пойдем. Можно, конечно, респы закрывать. Сейчас же люди-то на респах. Или мы будем от центра отыгрывать. Как мне вообще все равно. Мне все равно. Просто у меня МП7 в любом случае сокращать придется. Кто-то бежит. Да. Уже подбегают к нам. Не вижу никого. Поехали. Да, понял. Через дырку за... Слева от вагона. Убил. Да. Больше не вижу. Право чисто. Запрыгнул к тебе. У тебя право. Смотрю мусорку. Есть там мусорки, есть движение. За забором. Минус, один хорош, минус. Хорош. Еще есть. Там же, за мусоркой. Дал ХЕ. Да. Забор, за красный! Нет, он ушел за красный! Понял, обхожу! Убил? Ну да, минус. Хорошо. Я в Тарконе, докидываю, что патронов нет. Первому я залепил, типу. Ты уже лутаешь? Да. Ты сейчас бегаешь? Нет, все враги. Стоянка, автостоянка. Принято, иду к тебе. Блин! Возле воды! Понял. Беги, блин! Мне очень херово. Понял, уходи! Не могу. Я в яме, он возле воды, за вагоном. Все, понял. Я слева от тебя подхожу. Да. Он прямо за вагоном здесь. Пушит меня, убил. Все, красавец. Фу, блин, где он был все это время? Я у тебя. Так, себя раскину, переоденусь. Я пошел в дырку в заборе, там, где тот бегал. О! Это наши клиенты, по-моему. Я слева по воде пошел. Принял. Я пошел к магазину. Короче, встану под арендой, встану вдоль забора. Понял, откуда рубают? Да, в зеленке. Понял. В углу там, понял? В тупике в этом. Да. Одного убил. Принял. Конкретнее скажешь, где там были? Камень. Ближе к холму или ближе? Возле костра камень. Все, понял, хорошо, контейнеры смотрю. Сейчас четвертый левел, ёшкин кот. Тоже фулка, РПК 16. Да, работала РПК, все верно. Ну это стрехи, да, это стрехи челик прибежал. Ясно. Меченько лутал, и у него с собой еще лежат шмотки. Он там народ поубивал. Это в туалете. Битая плитка — это туалет. Скорее всего, первый этаж. Плохая. Держу. Убил. Сейчас понял. Иду к тебе. Этот чемодан, конечно, твой огромный, ёшкин кот. Я могу его скинуть, мне он нафиг не нужен. У меня просто там ремнабор. Не, я тебе просто говорю.
А. Ну, смотрится смешно так. Большая такая фигня. Это, походу, коробка от RTX 3090. Точно, точно. С аренды вышел, два гаража. Зеленки убил одного. На гранате. Зеленка это что? Граната, слушай, где? Зига? Да-да-да. Все, понял, понял. Я на Зиге, пришел на Зигу. Я в контейнерах тут на углу. Это по тебе, да? Пока не знаю, иду к нему. По мне работают. Убил еще одного. Убил вроде. Хорошо. За забором. Бегу к тебе. С калашом он был, нет? Не определил, не определил. Иду через здание. Есть еще. Убил одного. Понял. Слева пошел. Есть, есть внутри, внутри. Есть, есть, есть бюровец, да. На углу, на углу. Захожу на второй этаж. На углу, на дальнем углу от нас? Да, 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 да. А я пошли. Работает он. Моя граната пошла. Не залетела? Я на первом. Зашел на первом. Справа от тебя! На улице! Не убил, по-моему. Но ему очень больно. Понял. За зданием. Убегает, убегает. Я в душе. Вышел. Убил. Понял. Да мне пусто по патронам. Я патроны кидаю. Давай, давай. У меня есть еще внутри. Граната моя. На втором этаже. Где он? В какой комнате? Скажи мне. В общаге. В библиотеке самой? Да-да-да. Дам хае, не лезь туда, не лезь туда. Давай, давай, не лезу, я вышел. Ушла. Еще ушла. Поднимаюсь. Захожу в библиотеку. Минус. Хорош. Пицца. Давай, давай. Я пойду к своему тогда типу. 61-е. ФВП. Клан. Да-да-да, это клан. Они уже написали мне. Попросили раскинуть. А-а-а. Ты возле. Или... Ты я возле. В кустах, я. Понял. Меня слышишь, да, вот я бегаю сюда. Да, 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 да. Вот, человек вот, посмотрю, что у него. О, убил! Ты убил его? Да. Ее дрить лежал просто за кустами. Каких именно? Ты где? А-а-а, не умирать! Где бомж в кусту? Все, понял. Выхожу к тебе. Я у тебя. Танк нет выхода там случайно? Ой, есть же, есть. Подожди, какой танк? Мы появились на Тарконе. Мысли? А, нет. Не-не-не, точно, точно. Подожди, теперь на идее. Прикроешь? Секундочку. Конечно, конечно. Блин, нормально так и выпохал, пацана. Глушителем с оптикой, бля. Можно было и отъехать вообще. Раз, два, три, четыре. У меня четверо тут получается. Ух ты ж. Аккуратно, они тут загрены и конкретно уже стоят. Они все там в этом углу просто стоят, да. Дал туда хае. Накрыл всех, по-моему. Там еще.
это был, это правый угол, не левый. Я наверху. Сначала он слева был, он просто потом сместился туда на шифте. Я походу реально всех. Так, мы на первом этаже? А, да. Просто всех гранат. Всех одной гранатой. Красавец. Он слева, он слева. Да, да, да. Прохожу вперед. Будет граната моя. Я красный, ухожу. Давай, давай. Убил его. Угу. Отделяю голову. Ушел. Бег мой. Туалет. Да, чисто. Угу. Еще один сидит, прикинь. На третьем. Убил. Это где? Убил, убил, убил. Серьезно, блядь? Где? Господи. Вот это? Вот сюда, сюда. Сюда подойди, да. Вот он тут сидел. Прикольно. Смотрит, справа смотрит. Справа до забора проходит фул тима. Двое было, как минимум. Дал хай за камень. Одного убил. Иду правее. За камнем не вижу никого. Не вижу тоже. Убежал, наверное. Но он просто в щи разорванный. А куда он мог убежать-то? Я тут уже давно занял позицию. Валяется. Я его подорвал, походу, гранатой. Нет, подожди, я тут... Вот это вот из фала это убил. Мой. Да-да-да. А за камнем... А за камнем F1. Все. 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 Давай. Я ж, ну, показалось. По-быстрому и пошли на стрельбу, пока она есть. Да-да. Да, давай-давай. Я просто раскинул, он 15 уровня. Но фулка. А, у меня 42. Прямо по маленькой вижу. Стройке. Да-да-да, вижу. Вот, по нему работаю. Это ты работаешь? Да, он забежал в контейнер, который на углу стоит. Нет, потом. Хорош. Я люблю тебя. Поле. Есть контакт, вижу. Внутри, левая этаж? Сторона. Первый, второй? Первый. Готов. Больше не вижу. Наблюдаю. Перемещают позицию. По мне. Слышу, слышу. Со второго этажа по мне работает. Дай мне время. Мощно, мощно. У него какашечка. Ты где? Поднимаюсь на второй. Со стороны туалетов. Убил. Ты живой? Понял. Ты да, жив? Да-да-да, я накидываюсь в этом. Да-да-да, я сказал, да. Иду к тебе. Мои хае продолжают пушить их. Так же пойду, как ты, вдоль забор. Кулачки хорошие. Двоих убил? Одного. Но он по кому-то стрелял на первый этаж. Вероятно, он кого-то убил. Понял, я подвал. Угу. Ты с
какой стороны, если что? Прямо на АГСе, второй этаж. Все, понял. Окей. Клановцы, ГРЗ. У меня чисто. Свои. Да-да. Вот этого кто убил? Без понятия. Бьял бы на улице. Вот он, походу, его убивал. Так, соки. Да, он вот своего друга убил. Жестоко. Просто так, ребята. Смотри, второй был с ВССом. Хеклер был за камня, там у одного курябчика, и вот у этого. Он своего, да, он, наверное, думал, типа, ты его штурмуешь уже. Право даю. Заманчиво, заманчиво. Оно косо стреляет, по-моему, в этой херне. В любом случае, там есть стрельба, вот что, заманчиво. Оп, работает. Не по мне, не по мне, М1. Слышу, слышу, слышу. Прямо рядом у нас. Да, на поле. Да, да, курсе, курсе. Закатил туда гранатку. Убил? Нет. Они надо? Уходят, последние перебежки. Убегать на ту сторону. Понял, понял. Пойду через мост обходить. Там давай. Прям хорошие. Да-да-да, там жирненькие. Один у меня в упоре, один на той стороне последней перебежки. Кто тоже уходит на среднюю перебежку. Все, принял, принял. Одного продамажу, но он не сдох. Так, надо сейчас твой маневр. Меня держит, короче. Он меня тоже видит. Меня убили. Сука, сука, сука. Я под мостом сдох. Там, походу, двое. Да, там еще живых до хера. Блин, там тепло, походу. Через кусты да. Меня видит. Да. Пошел ты нахер, блин. Сука. Два тепла, что ли? Смотри-ка, потушивает. Ой, хорошая грена. До свидания, ребят. Не? Конечно же. Конечно же. Так, дай-ка маленько включил. Что у меня там с броней? Три, блядь. Броня все еще живет. Ну, ладно, блядь. Да-да-да, чел.
Блять, он уже справа. Теплак есть? Конечно же есть. Я же говорил, он пришел за своим теплаком. Вот он, теплачок у них, видите? Поэтому он меня и видел так хорошо. Было бы неплохо, кстати. Он вообще все с них пособирал, даже аптеки. Фига ты, блин. Шустрый какой. Переложись уже давай. Он вот этого пролутал, да? Да, он его пролутал, какую-то пушку его сбросил. Мне кажется, он его пушку где-то в воду бросил. Так. Муслик такой дорогой. Ну, он легкий. Он 6 класса брони, сильно бронированный. Поэтому, исходя из всего этого, значит, с него снял, да? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.